В этом видео я покажу, как обновить ваш Mavic, используя приложение DJI Go на iOS и Android. Обновление прошивки служит для оптимизации системы, а также добавляет новые функции по мере их появления. Установите приложение DJI Go на ваш телефон с iOS или Android. Запустите приложение и проверьте ваше подключение к сети. Соедините смартфон и контроллер и подключите контроллер к вашему Mavic. При появлении новых версий прошивки вы получите уведомление с предложением обновиться. Нажмите Update Now, чтобы начать процесс обновления. После завершения загрузки нажмите Start Update. Процесс обновления примерно занимает 5 минут для вашего контроллера, 10 минут для Mavic и 15 минут для контроллера и Mavic вместе. Вы получите уведомление об успешном завершении процесса обновления. Нажмите Complete. При переходе на экран камеры вы увидите надпись Latest Firmware Version. Для того, чтобы выполнить обновление вручную, соедините ваш контроллер и ваш Mavic. Используйте приложение DJI Go для подтверждения соединения. Нажмите иконку в правом верхнем углу экрана и удерживайте ее в течение 5 секунд для перехода в режим ручного обновления. Выберите нужную версию прошивки и нажмите Update. В случае, если версия прошивки на вашем Mavic, контроллере или батарее отличается, вы получите уведомление Inconsistent Firmware Found с просьбой загрузить соответствующую прошивку. Потяните вправо для обновления. До начала обновления заряд всех батарей должен составлять не менее 50%. Если во время загрузки прошивки соединение с интернет будет потеряно, процесс обновления завершится неудачей. Если соединение с интернет будет разорвано после загрузки прошивки, обновление продолжится. Если у вас возникают проблемы при соединении контроллера и Mavic, и вы не можете обновить их вместе, пожалуйста, обновите контроллер и Mavic по отдельности, используя приложение DJI Assistant на вашем компьютере.